Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Скромник, кто-то и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, скажите привет. Всем привет. У нас сегодня рубрика «Аниматроники из степи и всякие монстры гоняются за нами». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега будет спамнить первый. И сегодня у нас вообще будут подписчики рандомно спамнить, кто что хочет. Волны будут от них. Серега, начинай. Давай веселиться. Ой-ой-ой. А кого ты поставил? Клиров. О, мне это нравится. Монстры пошли. Ой, они кидаются какими-то говнами. Да. А ты думал? У меня есть двойной прыжок. А, это какие-то цепи шариковые. Эй, вы чего? Привет. Смотри, как я бегаю. Пацаны, я взял Гордон Секрет. Нормальная монтировка. А он меня тоже в руках. Ай, да как я его не убил? Короче, Серега, я буду им наказывать их. Из-за них подлагивает, тем более, у меня. Да. Удали некоторых. Да не, мы их убьем, не удаляй. Я хочу их замочить. Ой, блин, я их очкую. Это самый жесткий, который ты мог поставить. А он сейчас тебя убьет за это, прощай. Нет, ты должен умереть был. Не-не-не-не-не. Они еще и спрыгивают. О, щит, как это жестко. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся для вас. Всегда выдумываем что-то интересное. А они под водой что делают? Ты и Фокси поставил, да ну? Да. Я от них, наверное, не убегу, да? Да. А под воду они не заходят, а не они... заходят. Заходят, они могут. Зачем ты их столько много штук поставил? Тут еще Голден уходит. Да, кстати. Отвали, отвали. Серега, ты где? А! Ты где? Я тут у многоэтажек двух стою. Вот так значит, да? Да. Используйся, давай. Я боюсь их, они меня укусают. На тебе. Мочишь? Серега, специально к тебе. Пацаны, хавайте Серегу. Пацаны, давайте как-нибудь их будем мочить уже. Мне кажется, пора. Они очень жестко гоняются, даже жестче, чем я думал. А ну иди сюда, дерьмо. Ой. А половина под водой застряли. Да. Ничего, они ничего, сейчас замочу. Ого. А чё у меня за пушка такая прикольная была? Она мне очень понравилась. А ну иди сюда. Я их разморозил наоборот. Отвали, да что они такие жесткие? А чё ты таких слабых поставил? Надо было мощнее. Если слабо. Говорит человек, который только что сдох. Получите! Ого, ой, меня откидывают взрывом! Хочу их так много. Да отвалите! Почему они мочат? Я не могу их убить. Вы можете их убить? Я не могу. Нет, не знаю. Так, где этот? Мое оружие мощное. Нет, их нельзя, а нет, можно убить. О, Дима пригвоздитель. Попробуй. Сейчас попробуем, а ну. Так, корабли пошли. Ой, блин, обойма кончилась. Не могу попасть. Серега. Они очень быстрые. А ну иди сюда. Они не пригвождаются. О, еще лучше. Неплохо, пацаны, мне нравится. Разогревка пошла. Ну где ты? Иди сюда. Прицел наведен успешно. А, не. Спрошу. Тоже не то. Я буду мстить за своих кентов. Ой, только не рабочий стол. Нет, нет. Ха-ха, нет, ура, не вылетело. Живем. Кровавый понос пацанам сделал. Эй! Один вообще в стене. Ого! Это была жесть. Проверим. Пацаны, надо их как-то добивать уже. Кто там с корабля? Давайте их, пацаны, мочим.
Я с корабля фигачу. Давай, 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 я их огнем жгу. Ой, блин, меня вафли. Вылетел. О, кулаки, не. Не, да. На! Стой, почему робот с роботом дерется? Фокси, мочи. О, Serious Sam! Камикадзе, Серега! Ха-ха, тут мясо! А, они передумали, я вижу, особо не ломятся. Нет, так вот видишь, я красный ток сейчас поставил, а не из-за этого. Так, мочи, мочи, мочи. Не пускаем их. Да, это было слабо. Так, скромник, давай ты теперь. Так, что-то ходит суетиться. Ой-ой-ой, скромник поставил скромника. Хорошо, что ограничение 20 штук. Ты псих, да, я понял? Ты уже решил сект, оказывает, тут. Прыжок мира! Надо бросить, чтобы в них. Так, сейчас я их активирую, не ссы, я так 100 раз сделал. Блин, меня выуживали. Так, так, так. Где-то у нас тут есть еще прикольный пистолет. Это не оно? Во-во-во, погнали. Ой-ой-ой, железный человек рыбкой улетел. Красавиш. Слышишь, Анна? Ай, блин, да за что? Я ж на тебя не смотрел, ты какашка такая. Скром. Ай-яй-яй, 5000 хп, я ж вспомнил. Блин, 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 они прям жестко. Живучие, да? Да, чё, Серега, помогай. Атакуем их или как? Да. Ща Димас будет. 3, 2. Во, мне нравится вот это оружие, прикольно смотрится. Мочи, мочи. Ай, блин, а? Под лицо. Да блин, хочу перепрыгнуть, не получается. Вот это я протерся носом. Да дайте возродиться, оружку взять. Так, все, я сейчас оружку какую-то выберу. Во. Мас, им походу пофиг на мою. Нет, у тебя так кажется. Жлоб, сквозь пули. У них по 10 тысяч жизни, ты же забыл? По-моему, они бы давно сдохли. Ай-яй-яй. А, нет, убил. Умирает, умирает, Серега, я увидел только что. Слышишь, я ты, случай... жлоб. Пацаны, помогайте, он опять его хочет убить. Так. Надо брать какую-то имбовую оружку. Что у нас есть? Во. Еще один зарядик, пошел. А! Ты что чудишь? Отвали от меня! Скромная морда. Ой-ой-ой, я двоих убил. А, это наши. Не того замочил. Ну ничего, пацаны, бывают такие огорчения в жизни. Так, кого еще? Всех убили? Да-да-да, всех. Вот трех этих засранцев, Димас. Серега на Serious Sam 2 помешанный. И... все. Не, эй, не, слышишь, не, ты? Не, слабенько это, я сейчас... Угу! Ты решил разозлить тут всех? Нифига себе! Эй, а как жить? Они ж мочат моментально! А ты убегай! Прыгай. Да? Спасибо! На здоровье! Обращайся! Так, так, ребят... Испоганься! Так, 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 сейчас, ребята, мы все сделаем по красоте. О, уже убили кого-то. Убили, да? Да, больше убили. Да вы задрали. Да блин, не могу выбрать оружие, начинаю нервничать сильно. Их очень много. Серега, я это сделал. Димас, прощайте. Что, помочь мне вам или как? Да нормально и так, смотри. Димас, ну зачем? Да я помог! Я ж как от доброго сердца. Как-то сильно ты. Пацаны, последняя волна моя. Залетайте все наверх. А ноуклип-то отключен-то. Я знаю, я специально проверял, знаешь, что ноуклип отключен или нет. Всё, ой, ты отключил, а я включил. Это жизнь. Готовы? Сейчас стойте, у меня какая-то вода бежит, горит, смотрите, по трубам. Так. Сейчас стойте, я найду. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. О,
все, лимит сработан. Пацаны, можно использовать оружку? Начинаем их мочить. А я начинаю бежать. Только ноги мне не жги новые. За мной бегут. Я понаблюдаю, как пацаны будут их гасить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, их там толпа, зря я сюда пришел. Ай, блин, по мне кто? Мочат. Есть у меня, сейчас еще вот эту можем парочку кидануть. Пацаны, я с чистого сердца это все сделал. С душой. Обстоятельства. Обстоятельства, да. Ой-ой-ой. Че, не живые, что ли? Да, аниматроникам пофиг. А почему? Серега, давай ты бахнешь. А я уже приготовил. 3, 2, 1. Ребята, это мясо. СМС-ка пришла. Подтверждение о взрыве. Нажмите 1. Отклони взрыв. Нажмите 2. Не? И это за то, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!